Здравствуйте! Записываю видеоотзыв о первом модуле тренинга Павла Колесова «Школа психотипирования». Что я для себя выяснила? Что мой муж, я думала, он монстр, а он психопат, психопатичного типа личности. И он, да, на самом деле агрессивный, властный, относится к людям как к ресурсам и не понимает, что им может быть больно. И мы были уже на грани развода, и именно эта информация дала мне возможность переосмыслить, значит, наши отношения, и я... Значит, решила дать ему еще один шанс. Он, как и многие психопатичные люди, еще и злоупотребляет алкоголем. Но у подобных людей психопатического типа личности есть и достоинства, которых нет у других типов личности. Они очень энергичные, у них очень высокий уровень энергии. Они успевают все, продумывают все, исходят и на работу, и в спортзал, и в огороде покопаются. То есть у них жизнь очень бурная, умеют организовывать. Ну, есть у него и недостатки, и достоинства. Очень жду второй модуль, где, надеюсь, почерпнуть еще больше информации и понимания, а что же теперь с этим делать. И еще очень яркая личность в моей жизни оказалась моя сестра, которая маниакального типа личности, которая упадет от сил, от бессилия, но сделает дело, борцы за идею, сделает дело. И да, на самом деле, с них с обоих, как будто бы Павел снимал описание, ложится спать в час ночи с чувством перевыполненного долга. И только сейчас я поняла, насколько тяжело мне было с ней работать в партнерстве. И за ними не угнаться совсем. У маниакальных тоже очень высокий уровень энергии. Не сравнить со мной аутичной, у которой самый маленький уровень энергии. Поэтому, зная это, уже это, можно как-то для себя давать себе объяснение. Вот я почему? Я старалась быть с ней на уровне, но это невозможно. И теперь, понимая, что у нее маниакальный тип личности, я могла бы сказать: так, ты, если хочешь маньячить дальше, время 6, я поехала домой. Ну да, очень жду второй модуль.